Так, нас не так много народу. Ну как много? 2, 4, 6, 8, 9 человек. Автобус по техническим причинам из-за этого человека. Привет всем. У нас на ТО, поэтому мы взяли два других автобуса. Что, пойдем купаться? Максимус готов к купанию? Готов. Первого августа 2021 года Ярополк возобновил свои поездки в Купель. Два месяца мы не ездили. Все, теперь каждое воскресенье ждем всех желающих красногорцев и спортсменов клуба Ярополк с нами купаться. Сейчас лето, сейчас приятно нырять, но все равно в летнее время вода далеко не теплая. Макс, первый раз купаешься? Да, сюда положись. Да, посмотри сюда. Твои ощущения, как ты думаешь, понравится тебе это или нет? Да, мне, я думаю, понравится. Вообще нравится тебе в Ярополке заниматься? Почему? Потому что это спортивный клуб. Чему учат помимо спорта в Ярополке? Быть хорошим и нормальным человеком. Молодец, пошли. Если переступишь через лень и будешь заниматься, сам увидишь результаты, внутри не начнешь меняться. Будет силы воли больше, станут еще крепче руки. Не уставая будешь на руках носить подругу. Пройдет полгода, может и немного больше. Ты теперь идешь потянутый, не толстый и не тощий. С презрением бросаешь взгляд на тех, кто с сигаретой. Мы выбираем ЗОЖ, спасибо центру и за это. Быть здоровым, это модно. Себя счастливым и свободным, в здоровом теле, дух героя. Мечта победа в каждом дне и сила воли. Точно знаю этот путь верный, выбираю жизнь нет сомнений. Бьется ровно сердце на пути к мечте. Все, что есть у меня, победы каждого дня. Окунулись? И все проблемы позади. По крайней мере, настроение... Настроение бодрое. Бодрое, хорошее. Закаливайтесь. Ярополк.